Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина приняла участие в открытии областного марафона скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию». Мероприятие прошло на площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Участниками марафона стали члены клубов «Активное долголетие» Московской области из 34 муниципалитетов. Всего около 600 человек. Им предстояло преодолеть дистанцию в 3 километра. Каждый участник марафона получил на память футболку и медаль, а тем, кто был рожден до 1940 года, вручили фирменные рюкзаки активного долголетия.